Форум председателей советов многоквартирных домов состоялся в формате круглого стола. Юлия Белихова, председатель Ассоциации Московской области управдом, ознакомила присутствующих с целью проведения муниципальных форумов. А цель одна – поделиться опытом работы между советами области, а также обучить жилищных активистов. Ведь председатели советов домов – это те люди, которые не привыкли жаловаться, они готовы и берут на себя ответственность за решение проблем ЖКХ. И им, конечно же, нужна помощь со стороны властей и управляющих компаний. Меня волнует вопрос лифтов. У нас лифтом уже больше 25 лет. Задавала такой вопрос главному инженеру нашей управляющей компании. Вот, и он мне дал письменный ответ. Но в письменном ответе меня этот ответ полностью не устраивает. Как теперь выясняется, как пояснил мне главный инженер управляющей компании, что теперь лифты будут устанавливаться за счет программы капитального ремонта. Капитальный ремонт, на мой взгляд, должны проводить сами жильцы. Они, сами жильцы, должны аккумулировать деньги на спецсчете, контролировать этот счет, должны иметь возможность любой житель, и в том числе и управляющая компания. Мы неоднократно обращались уже к управляющей компании по вопросам, так как у нас дом на гарантийном ремонте, значит, он у нас там обваливается, разваливается, некачественно выполнены работы фасада дома. И внутри, значит, с козырька затекает в подъезд вода. Ну, то есть деньги мы заплатили за дом, поэтому мы хотим, чтобы у нас дом просуществовал очень долго. В открытом диалоге участники форума обсудили различные проблемы ЖКХ. От благоустройства придомовых территорий до капитальных ремонтов. Присутствующие на мероприятии представители правительства Московской области и государственной жилищной инспекции в форме диалога отвечали на волнующие вопросы. В рамках форума рассматривался и вопрос создания Ассоциации советов многоквартирных домов Ленинского района. Я за создание ассоциации и нахожу почему? Потому что я вижу, что будет больше порядка, будет какая-то ответственность и у руководителей, будет какая-то инициативность людей, которые проживают. Ну, первое, что хочу сказать, то, что здесь собрались много неравнодушных жителей, которые очень беспокоятся за свой жилой фонд и хотят, чтобы их жизнь была комфортнее и чтобы обслуживание было лучше. А вот вторую часть, которую я хотел сказать, что, к сожалению, та муниципальная организация, которая обслуживает, управляющая компания, которая обслуживает этот жилой фонд, к сожалению, еще не нашла должных контактов с этими активными нашими жителями. Растет сознание людей, они уже понимают свои права и обязанности, в том числе обязанности управляющих компаний, и как, так сказать, за ними правильно контролировать. Пользуясь случаем, хочу сказать, что существует портал «Добродел». Если вам не помогли, значит, там ваши управляющие компании, то информация на портале «Добродел» есть и в интернете, и на информационных счетах. Туда можно и нужно обращаться для того, чтобы администрация брала на контроль выполнение тех или иных видов работ. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.